меры пресечения в виде заключения под стражу ущемляет права и свободы обвиняемого, с учетом указанных следствием оснований, сбора закрепления доказательств по делу, суд приходит к выводу о том, что данные меры пресечения в настоящее время необходимы для защиты прав и интересов других участников уголовного судопроизводства и будет способствовать своевременному расследованию уголовного дела. Каких-либо данных о том, что Казимиров по состоянию здоровья не может содержаться в условиях СИЗО, материал уголовного дела не имеется. Сторон защиты такие документы также суду не представлены. На основании изложенного, руководство положения статьи 108 УПК РФ суд постановил. Признать обвиняемого Казимирова Вячеслава Валерьевича 6 декабря 84 года рождения в районе Скорбинской Московской меры пресечения и заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть по 10 февраля 2019 года включительно.